Вкусные и хрустящие брускетты с грибами. Вряд ли кого-то оставят равнодушными. Очень нежные и очень вкусные. Для начала батон нарезаем, а далее обжариваем на раскаленной сковороде до золотистой корочки с двух сторон. Кусочек сливочного масла растворяем и вливаем туда сливки. Буквально 100 мл. И добавляем туда один мелко нарезанный шампиньон и один помидор. Немного тушим и добавляем соль и перец по вкусу. Всыпаем туда сыр, натертый на крупной терке. И как только сыр расплавится, убираем с огня.